Всех приветствую, это канал Александр Плей. В этом видео я хочу рассказать о создании группы ВКонтакте. Мне поступил совет в комментарии по поводу контроля за игрой учеников, которые учатся, так сказать, по моим видео, либо вообще просто хотят показать свою игру. Совет о том, чтобы создать группу ВКонтакте. Эту группу я создал. Перейти на нее можно по ссылке в шапке канала. Это наверху канала такая картинка с клавиатурой Юпитера. Это мы выступали, по-моему, перед ветеранами, еще на улице. Я играл с Домрой пьесу «В землянке». Такая песня есть, вот обработка Коновой «В землянке». И я сфотографировал, так сказать, на память себе баян со включенным регистром баян. Может, мы потом еще с вами до регистра дойдем. Так вот, на эту фотографию смотрите. И в правом нижнем углу, там, ну, там ссылки Google+, и вот группа ВК. Группа ВКонтакте. Можете туда добавляться и выкладывать там видео. Также. Я вот читаю комментарии, но если комментарий добавлен при переписке такой совместной, там вроде как уведомление особо-то и не приходит. Я чисто случайно, например, заметил, что «Одинокую гармонь» пьесу заказали в разбор. Чтоб я все эти комментарии замечал, лучше писать по поводу разборов каких-то мелодий, пьес, именно в группу ВКонтакте, в какое-то одно место. Потому что если дальше комментариев будет много, их будет, ну, возможно, но не так удобно все прочитать, и может что-то затеряться, какой-то комментарий. На этом пока все.